В конце сентября в Даугавпилсе после обширного ремонта в эксплуатацию было сдано два социально значимых объекта. Здание Центра социальных услуг детей и молодежи Предейте по улице Турейдес 36 и жилой дом по адресу 18 Новембра 354В, где сейчас обустраивают групповые квартиры для персон с нарушениями душевного характера. Эти преобразования были осуществлены в рамках государственного плана деинституционализации, цель которого максимально приблизить социальные услуги к семейной среде, включая адаптацию помещений для людей с особыми потребностями. В здании Предейте были утеплены стены и перекрытия, перестроены и обновлены системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и освещения, деревянные входные двери и окна со старыми стеклоблоками были заменены на новые. На крыше установлены солнечные коллекторы для заготовки горячей воды. Была значительно улучшена среда для людей с особыми потребностями, построен лифт, установлен пандус, расширены дверные проемы и обустроены общие санитарные помещения. В результате здесь, на площади в более чем 4000 квадратных метров, создан многофункциональный центр, где услуги получат клиенты дневного центра для детей с функциональными нарушениями, будет предоставлена услуга «Момент передышки», а также социальной реабилитации. Проживающие в Предейте дети до 18 лет вскоре будут перемещены в реновированное здание по улице Коменданта 3. Малое двухэтажное здание Даугавпилсского территориального центра обслуживания пенсионеров также почти готово к приему жильцов. Здесь проведен основательный ремонт внутренних помещений, установлено LED-освещение, обустроена автоматическая система пожаротушения и сигнальная система, созданы условия доступной среды, в том числе в коридорах здания. В настоящий момент социальная служба и ее структура завершают работу с документацией и вопросами меблировки зданий. Все упомянутые объекты должны начать выполнять свои функции с января следующего года. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсского самоуправления.